Всем привет! Продолжаем проходить Тропико 5. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Всем заранее спасибо! Леона больше нет. Я не могу тратить время на скорбь. Нужно спасать мир. Гонка вооружений между США и СССР поставила нас на грань катастрофы. Довольно мельчайшей искры, чтобы всех нас испепелить. Чтобы уравновесить угрозу, мне нужно сделать так, чтобы каждый понял, победителей не будет. Простая идея. Гарантированное взаимное уничтожение. Для этого мне нужно создать собственное ядерное оружие. Оно послужит средством сдерживания и позволит сохранить мир и предотвратить ядерную зиму. Посвящаю песню нашим храбрым парням, отбившим нападение врага. Сэр, американский линкор «Тайный план» просит убежища в наших водах. Его капитан отказался выпустить ядерные ракеты, чтобы избежать мировой войны. И теперь «Тайный план» поддался в бега. Мы нашли природное месторождение. Ола, тропиканцы! У меня для вас замечательные новости. Времена меняются, и сейчас пришло время холодной войны. Ну, я не знаю точно, что это значит, но на Тропико всегда жарко, поэтому, надеюсь, у нас все будет в порядке. Thank you.
президенты, помните, мы смотрели то шоу, и там про вас говорили все... Мы попытались открыть демократию. Президенты, спасибо, что обратились ко мне. Президенты, мы открыли пальцы. Мы провели тщательное исследование предпочтений. Президенты, мы обнаружили лучшее, что только... Президенты, мы не совершили ничего полезного. Мы последние дни отходили от жуткого похмелья. Президенты, я провел эксперимент.
Сэр, американский линкор «Тайный план» просит... Мы открыли новую методику сканирования мозга. Ходят слухи, что личный банковский счет... Президенты, грядет новая эра воен... Президенты, сегодня я столкнулся с враж... Рад встрече с вами. Я доктор Цвейнштейн. Говорят, ядерное противостояние может привести к мировой войне. И я счел необходимым предложить весь свой интеллектуальный потенциал для решения этой проблемы. У вас получилось, президенты! Тропико и весь мир благодарны вам за руководство, избавление от войны и прочее. К тому же теперь у нас большая и блестящая ядерная ракета! Л-
ли он жив? Конечно же, мой друг не погиб, а лишь прикинулся мертвым, чтобы провести врагов. На его месте мне пришлось бы поступить так же. Мой наставник вернулся не случайно. Мир меняется. Настало время социальной неустроенности, время растущей беспокойности загрязнением, использованием ископаемого топлива и ядерной энергии. Надвигается новый энергетический кризис, или он вернулся, чтобы предложить решение? Здравствуй, старый друг. Я инсценировал собственную смерть, чтобы сбить врагов с толку, но больше не могу оставаться в тени. Я восстал из мертвых, чтобы помочь миру в трудную минуту. Президенте, благодаря несовершенству патент... Наконец-то наступили новые времена. Боже, как я этого ждала. Хорошие доски для серфинга, пластическая хирургия, красивые купальники, более вкусные коктейли. А самое главное, новая культура путешествий, приключений и мечты. Это так классно и ново, словно вокруг опять 60-е. В масштабе вселенной мы... Президенты, посмотрите, какие большие и приятные. Меня сильно разочаровали генетически модифицированные продукты. Выяснилось, что после употребления их в пищу у нас не отрастают плавники, не размягчаются мозги и не начинаются необратимые изменения кишечной флоры. То есть все негативные слухи о них не соответствуют действительности. Граждане ученые, вы должны прикладывать больше усилий. Леон Кейн жив. Мы сомневались в твоей вере.
Как вы знаете, президенты... Президенты, мы обнаружили... Президенты, я наконец решил... Президенты, мы наконец-то нашли... Президенты, мы обнаружили будущее. Грядет новая эра познания. А вы знали, что человеческие волосы, яичные скорлупки и паутина принадлежат... У нас появилась новая исследовательская лаборатория. Президенты, мы наконец-то нашли... Президенты, мы обнаружили будущее. А вы знали, что человечество...
Герр президента со всего света. Герр президента со всего света поступают сообщения. Президенты, мы наконец-то наш... Президенты, мировые СМИ пестрят угрозами от нескольких террористических организаций. Все они постоянно повторяют одни и те же два слова. Нулевой день. Президенты, мировые СМИ пестрят... Президенты, мы обнаружили будущее. Оно вот... А вы знали, что человеческий? Президенты, я впервые чувствую тягу к знаниям. Она настолько сильна, что я хочу поделиться ею со... Президенты, я впервые чувствую тягу к знаниям. Она настолько сильна, что я хочу поделиться ею со всеми. Президенты, я впервые чувствую тягу к знаниям.
Нас обманули, президенты! Я раскрыл масштабный заговор против Нас обманули, президенты! Значит, вот где расходятся наши дорожки. Ты всегда был сообразительным учеником. Я не буду пытаться убедить тебя в своей правоте, просто расскажу свои планы, а там же суди сам. Собратья! Мои подручные заложили по всему миру ядерные бомбы. Миру, каким мы его знаем, приходит конец. И это к лучшему. Почему? Оглянитесь вокруг и спросите себя сами. 3 миллиарда человек живут в нищете. Более 2 миллиардов не имеют элементарных удобств. И что же обсуждает весь мир? Картинки с котятами. Мое лекарство — это разрушение. Словно мифический феникс, лучший мир возродится из пепла. Готовьтесь к судному дню! Нулевой день. Нет, Пенультима, он назван не в твою честь. Он назван в честь конца света. Леон Кейн, тот, кто считался другом и наставником, хочет нас всех погубить. Всегда ли он был безумцем, или в какой-то момент он незаметно сошел с ума? Леон считает, что единственный способ спасти мир — уничтожить его и отстроить заново из пепла. Устроить человечеству жесткую перезагрузку. Весь ужас заключается в том, что он достаточно умен, чтобы добиться успеха и располагает необходимым для этого ядерным оружием. У нас остался последний шанс. Абрам Цвейнштейн и его безумная машина времени. Сегодня много жалоб в связи с отключением электричества. Мир на грани гибели, но мы все еще можем его спасти. Просто не в этом времени. На самом деле есть простое решение. Мы должны вернуться в прошлое. Поскольку снова разгорелись жаркие споры между националистами и глобалистами, я твердо заявляю, что я в лагере последних. Я приветствую всех на пляже и в веселом Роджере, независимо от возраста, пола, расы, вероисповедания и даже навыков серфинга. Единственное, что от вас требуется, быть крутыми или симпатичными, а желательно и то, и другое.
Президенте, благодаря несовершенству патентных законов нам удалось открыть горячую... В масштабе Вселенной. Президенты, посмотрите, какие большие... Как вы знаете, президенты, мы... Превосходно! Теперь нужно сконструировать жидкостный конденсатор. Именно он дает возможность путешествовать во времени... Мой старый бойфренд однажды сказал мне: «Baby, you can drive my car!» Что я и сделала. С тех пор я его больше не видела. Пабло, мне очень жаль, что я немного погорячилась, и надеюсь, что ты благополучно добрался до города. Если тебе все еще нужна машина, ты можешь купить себе еще более красивую, сделанную в Тропико. Президенты, мы обнаружили... Президенты, я наконец решил...
Президенты, мы наконец-то нашли... Президенты, мы обнаружили будущее. Банки — это луч света в темном царстве. А вы знали, что человеческие волосы — яичные скорлупы? Отлично, старина! Тропико, без сомнения, становится важным участником процесса глобализации. После многочасовых наблюдений...
Вопреки надежности и человеколюбию банков, произошло немыслимое. Богачи целыми днями сидят в своих башнях из слоновой кости и мои товарищи-коммунисты довольны вашими решениями. Thank you.
меня никогда не было хороших вещей, поэтому я в восторге от новой фабрики модной одежды. Проблема только в одном. Чтобы я смогла купить несколько платьев от кутюр, мне придется освободить место в своем шкафу. Я чувствую в тебе ненависть, мой юный ученик. Почему ты злишься на меня, если не в порядке весь мир? Я с самого начала готовил тебя к этому. Значит, все-таки измена. Послушайте, герр президенте, это саботаж? Я так не могу. Я знаю, что это проделки герра Кейна, и это не мираж. Это саботаж.
Хер президента, у нас проблема. Урановая руда на острове... Я не могу изменить законы физики, хер президента. Президенты, в следующем году тропиканцев ждут выборы. Они мечтают. Хочу признаться, дорогие радиослушатели, я не люблю тесноту. И хотя я не могу сказать ничего плохого о новом жилье, построенном для нас нашим правительством, замечу, что когда моя подруга режет лук, чтобы приготовить еду, все ее соседи плачут.
Послушай, старина, почему бы нам не пригласить папу погостить на тропику? С точки зрения... Господин президент, по моим расчетам, экономику тропика ждет спад. У нас есть возможность повлиять на исход... Стали известны результаты выборов. Верующие довольны вашей духовностью, старина.
Превосходно! Теперь нужно сконструировать Похоже, нам не удалось произвести впечатление на папу, и он отказался прийти. Похоже, нам не удалось произвести впечатление на папу. Похоже, нам не удалось произвести.
Я блистаю там, где другие гаснут.
Нет. Хер президенте, у нас есть рабочий прототип машины времени. Нужен доброволец. Может быть, кто-то из вашей династии? Идиоты! Эр-президенте, похоже, в расчетах была небольшая неточность. Боюсь, ваш родственник без вас... Пора показать другим мировым лидерам, кто лучший при...
Пора показать другим мировым лидерам, кто лучший президент. Давайте. Президенты, весь тропику держится только благодаря вашей воле. Без вас весь остров обратится в прах и пропадет навсегда.
Будет разумно установить дипломатические отношения с новыми крупными игроками на мировой политической арене. Какое же счастье, наконец, вернуться во дворец, принимать Клянусь гигантскими пауками, президенты, этот кризис требует решительных мер.
Китайцы попросили помочь им в подсчете населения. Китайцы попросили помочь им в подсчете населения. Мошенники из Китая скопировали наш дизайн и продают подделки под наши футболки. Я в ярости! Не могу поверить в случившееся!
Товарищ президент, я хочу сообщить вам неприятную новость. Мои друзья-экологи обнаружили тщательно замаскированный империалистический заговор. Китайцы пообещали наказать ответственных.
Президенты, в следующем году тропиканцев ждут выборы. Они мечтают я обнаружил баллистические ракеты, летящие к острову, герр-президенте. Скорей, скорей в машину времени! Три, два, один, старт! Получается! Получается! Воздух! Воздух кристально чист и пахнет морем. Это 19 век, не иначе. Ну что ж, на этом пока что все. Продолжение следует. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Всем заранее спасибо.